В Апшеронске состоялось освящение храма в честь святителя Тихона. Чин освящения и первую божественную литургию возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. В пятое воскресенье Великого Поста, посвященное преподобной Марии Египетской, его высокопреосвященство митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор молился в храме святителя Тихона города Апшеронска. Здесь, перед началом божественной литургии, владыка совершил чин освящения храма и престола. Таинство совершается духовенством в алтаре. Священнослужители облечены во все священнические одежды, поверх которых надеты белые защитные передники. Верующие в это время молятся в храме. У Свято-Тихоновского храма своя история. Построен он при Покровском приходе Апшеронска. В свое время при приходе была организована воскресная школа, которую посвятили Тихону, патриарху московскому и всея Руси. Позже при школе отстроили храм, который также стал носить имя святителя Тихона. Теперь он считается школьным храмом. До этого храм был освящен малым чином, но сегодня событие для Тихоновской церкви особенное – освящение великим чином. Это как рождение и крещение человека. Во многих действиях здесь проходят параллели. Как и человек в крещении, Святой Престол, место, где за божественной литургией совершается самое главное таинство, приносится бескровная жертва за всех верующих, также омывается, помазуется миром, затем облачается в освященные одежды. На освященный престол устанавливается церковная утварь. Обо всех этапах великого освящения храма не расскажешь в сюжете. Одним из основных моментов является крестный ход вокруг освященного храма с частицами мощей, с пением тропарей в честь мучеников. Святые мощи затем будут положены под престолом и в антиминс. Совершение литургии на мощах мучеников – не просто древняя православная традиция. Это закреплено уставом церкви. Первая божественная литургия в обновленном храме собрала много верующих. Много духовенства сослужило эту службу правящему кубанскому архипастырю. Вдохновленно звучали церковные тексты и песнопения. В храме чувствовался праздник, ведь для прихода совершилось событие историческое.